Минск сегодня дарит надежду гражданам Молдовы на то, что их голос будет услышан. В посольстве их страны работает избирательный участок. Сегодня утром там был настоящий ажиотаж. Второй тур голосования определит, кто станет президентом Молдовы. Чтобы реализовать свое законное электоральное право, в Беларусь из России прибыли сотни избирателей с молдавскими паспортами. Какая сейчас обстановка у посольства Молдовы в Минске, узнаем у нашего корреспондента. На связи со студией Алина Мычко. Добрый день, Алина. Добрый день, студия. Как видим, наплыв граждан уже не такой большой. Основная волна избирателей пришли сюда рано утром. Люди едут к нам из разных регионов России. Дело в том, что от их голосов, можно сказать, отказывается правящий на родине клан. Почему моя Санду ненавидят нас? Почему нас называют отборами? Мы не отборы, мы также люди, как и она, и как все. Почему нам дали только два пункта голосования? Почему? Мы не люди, 700 тысяч человек в России, а мы голоса только на 10 тысяч. Почему так? Мы что, совсем другие или не оттуда? Ну если честно, ну давайте честно тогда. Если она говорит, что это все честные выборы. На территории России проживает почти полумиллионная молдавская диаспора. При этом участков для голосования лишь два, и только в Москве. Избиратели вынуждены ехать в соседние страны. Для них это единственный способ проголосовать. У каждого из этих людей свой путь. Из Кишинева уехали не просто так. У себя на родине они не видели перспектив и реализоваться смогли только на территории другого государства. Их направление европейское, на мой взгляд, оно не совсем правильное. Очень много там аморального, и мне кажется, это неправильно, то, что дети бы видели, что там происходит. Ну, мы можем наблюдать это по интернету, но мы разницу видим на самом деле. Хочется, конечно, чтобы все было хорошо, но, собственно, мы, наверное, для этого тут и собрались, чтобы проголосовать, чтобы не отдать Молдову на растерзание. Люди едут к нам автобусами, поездами, некоторые добираются самолетами. Всего здесь ждут около 500 человек. Учитывая такой наплыв граждан Молдовы, белорусская сторона организовала пункты обогрева. Люди ехали сюда всю ночь, с ними работают наши волонтеры. Нас сегодня 10 человек, это все ребята с вузов, все ребята-студенты. И мы помогаем людям тем, что поскольку сегодня погода холодная, хотелось бы их как-то согреть, поддержать. Мы раздаем чай, раздаем булочки. Приятно видеть, что люди едут проголосовать, едут поддержать свою страну и проводят столько времени в транспорте, не боятся этого. И хочется просто поддержать их и позаботиться о них, так же, как они заботятся о своей стране. Участок в посольстве будет работать до 9 часов вечера. В Молдове голосование завершится в 22 часа по минскому времени. Предварительные итоги Центр избиркома опубликует через несколько часов после закрытия участков. А мы будем продолжать следить за развитием событий. Студия, вам слово. Спасибо. Напомню, на связи со студией была моя коллега Алина Мычко. Итак, граждане Молдовы выбирают, по какому пути пойдет их страна. Либо в сторону Запада, либо в сторону выстраивания диалога с Востоком. Исход решающего второго тура президентских выборов и даст ответ на этот вопрос. В жесткой схватке за пост сошлись действующий президент Майя Санду и ее главный и опасный для нее соперник, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Победа в первом туре, где Санду набрала более 42% голосов, вовсе не означает, что ей удастся повторить успех. Ее политика сближение с ЕС находит поддержку далеко не у всех молдаван. К тому же могут помешать ее же обещания, данные 4 года назад. А именно, существенно повысить благосостояние граждан, провести экономические реформы и покончить с коррупцией. Остались нереализованными. Поэтому многие голосуют скорее против действующей власти, поддерживая оппозиционного кандидата. 57-летнего Александра Стояногло, который в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдовы и обеспечить свободный и демократический парламентские выборы в следующем году. За господина Александра Стояногло. Вот такова моя гражданская позиция. И считаю, что это единственный вариант, который позволит Молдове стать процветающей, свободной, независимой, благополучной и нейтральной государством. Фартибун. Мы движемся в правильном направлении. Сегодня для нас решающий день. Благодаря ему мы узнаем, по какому пути мы пойдем. У нас не было такого важного дня за последние 30 лет.
Соперник и серьезный конкурент действующего президента в гонке за главный пост Александр Стояноглы призывает отказаться от геополитической повестки, которую, по его мнению, эксплуатирует нынешняя власть, и обратить больше внимания на решение внутренних проблем в стране. Он является критиком политики конфронтации с Москвой, которую проводит Санды, и выступает против курса правительства на разрыв отношений с СНГ. По данным ЦИК Молдовы, второй тур выборов президента можно считать состоявшимся. Явка уже превысила 20%. Уже проголосовали чуть более 580 тысяч избирателей, на участках за рубежом более 65 тысяч. О наиболее заметных событиях уходящих 7 дней расскажем в итоговой программе «Неделя». Материалы готовят к эфиру. Не пропустите. Сегодня в 7:30 на СТВ. Минск вместо Мюнхена. Из чего состоит безопасность Евразии? В Минск на конференцию приехали делегации более чем из 40 стран. Все мы говорим на разных языках, но общий посыл понятен и без перевода. Как обезопасить наш общий дом? Что и кто нам угрожает? И почему двери для Запада держим открытыми? Нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий. О чем говорили на второй конференции по евразийской безопасности в Минске? Мы, венгры, абсолютно выступаем за диалог. Нам потребуется больше сотрудничества и меньше конфликтов. Я уверен, что конференция обязательно достигнет той цели, которая перед ней поставлена. И как мирно это откликнется? Глобальный разбор главного политического события этой осени. На переднем краю. Как служат на южных рубежах нашей Родины и что слышно на западных? Когда комар не пролетит и мышь не проскочит, белорусские пограничники держат рубежи с Украиной под пристальным контролем. О ситуации на белорусско-украинской границе репортаж Глеба Прокофьева. Почему Швейцария теряет нейтральный статус? Что в Европе думают про санкции и есть ли там свобода слова? В прошлом году я тоже был в Беларуси и после получил целую страницу в швейцарских СМИ, где меня критиковали за этот визит. Но я не боюсь критики. Откровенный разговор о ситуации в Европе с политологом из Швейцарии. Электоральный марафон. Темп задан. Сегодня мы действительно завершаем цикл всех наших избирательных процессов, который возобновится только в 2029 году. Поэтому очень важно эту кампанию завершить организованно. Выборы президента Беларуси. Нумерология, ретроспектива и прогнозы. Как работают западные методички, разберем наглядно на примерах избирательной кампании в Молдове и Грузии. Мы сегодня с вами, переживая такой сложный раскол общества, когда многие из нас подвергаются травле и гонениям. Золотая пора кинематографа. Чем удивляет юбилейный листопад? Полная посадка в кинозалах, билеты раскуплены на неделю вперед. В Минске наступил листопад, и речь не о листьях. 30-й кинофестиваль порадует зрителей качественным кино со всего мира, что покажут белорусскому зрителю, узнавала Арина Верховская. Смотрите «Неделю» каждое воскресенье в 19:30 на СТВ. Нам есть что показать. Первое воскресенье ноября в Беларуси отмечают День работников гражданской авиации. Их, а также ветеранов отрасли, с профессиональным праздником поздравил президент. Белорусская гражданская авиация – это почти век достижений и свершений в сфере самого быстрого, комфортабельного и надежного транспорта. Воздушные перевозки – одна из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики. Развитию данной отрасли государство придает огромное значение. Идет постоянная модернизация аэропортов в областных центрах, а национальный аэропорт Минск сегодня способен принять все типы воздушных судов благодаря стабильному качеству и надежности предоставляемых услуг. Расширению маршрутной сети и неизменной пунктуальности белорусские авиатранспортные предприятия завоевали авторитет во всем мире, и в этом заслуга всех профессионалов белорусской гражданской авиации.
Беспилотники, выступления кинологов и составление фоторобота. Масштабный и увлекательный день открытых дверей прошел в Академии МВД. Со всех регионов сюда приехали старшеклассники с родителями, кадеты и лицеисты. У каждого была возможность не только познакомиться с особенностями образовательного процесса, но и пройтись по локациям Академии. Также для ребят представили экспозиции кафедры вуза. Это вооружение, пункты снятия отпечатков и фиксации следов преступления. Отмечу, многие из тех, кто пришел на день открытых дверей, уже определились с выбором будущей профессии. День открытых дверей в Академии МВД организован хорошо, очень понравилось. Посетили экскурсию со своим военно-патриотическим клубом «Сталь». В дальнейшем планирую тоже поступать в Академию МВД, так как папа тоже сотрудник внутренних органов, и хотелось бы дальше служить Родине и охранять людей. Настолько заинтересованы приемные компании, буквально атакуют нашу приемную комиссию своими вопросами, хотят узнать тонкости при поступлении. Также включены новые программы по обучению курсантов, управлению беспилотником, изменения в обучении и по кибербезопасности для наших курсантов. Одна из ключевых задач Академии МВД – подготовка востребованных и грамотных специалистов для обеспечения национальной безопасности Беларуси. В этом году в ВУЗ поступили более 400 человек. В Минске проходят торжества, приуроченные к 35-летию со дня образования Белорусского экзархата и десятилетию создания Минской митрополии. Воскресную соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Вениамин. Соборную молитву отслужили представители белорусского духовенства, а также священники из других стран, прибывшие по случаю торжеств в Минск. История православия на наших землях насчитывает более 1030 лет. Новый виток развития начался в 90-е годы прошлого века. Тогда взялись за возрождение Белорусской православной церкви. Сегодня эта конфессия является самой многочисленной в стране. Мы приехали из Москвы, гуляли вечером по площади, увидели то, что идет служба, и приехал митрополит. И, соответственно, его сегодня решили повторно прийти на службу. Приехали из Калининградской области. Атмосфера, конечно, впечатляющая. Почему? Потому что, да, такое количество народу, приходишь в храм, и ты видишь, что даже нет места, чтобы просто постоять, да, ну, это впечатляет. Молитву перечитала дома вообще, а думаю, пойду, помяну за упокоение. Положу на стол помолюсь, и постою на службе. Еще накануне в Свято-Духов кафедральный собор привезли мощи святых Ефросинии Московской и Ефросинии Полоцкой. В молитвах к ним обращаются, прося здравия для всех нас, согласия в нашем Отечестве и в каждой семье по отдельности.